Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, я. Мы продолжаем играть на сервере Смотрам Тан номер 3, все как всегда. И сегодня у нас опять рубрика «Весь тюнинг» на некоторые автомобили на сервере Смотрам Тан. И сегодня это у нас Nissan GT-R 2000. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. И давайте сначала поставим чиповочку, а то уже ездил и тюнил и т.д. и т.п. Надеюсь, хотя бы тюнинг должен быть на него. Хотя я видел очень много тачек без тюнинга. И в том же случае и этот Nissan Skyline 2000 GT. Да не Skyline, это просто 2000 GT, это самый первый Skyline. Хотя это самый первый Skyline, почему это не Skyline? Это просто GTR 2000, все. GT 2000. Есть, ура! Я думаю, на такой культовый автомобиль нету тюнинга. Тем более этот автомобиль мне очень напоминает тачку с Paradise, Drift Paradise. Кто играл, тот поймет. Нет. Ну, вернее, можно. Вот это я вам, конечно, тюнинг показываю. Вот расширение арок и фендеры. Фендеры. Мы заменяем черных на цветные. Мне кажется, черные какие-то получше, что ли, будут. Давайте цветные поставим. Цветные будут получше. Передний бампер. 90 и 80. Ну давайте без номера. Зачем мне этот номер? Вроде что только. Подождите, я чуть не поставил стробоскоп. Задний бампер. За 50. Ага, только номер смещается. Ну просто как смотра сбивает бабки. Просто номер упускает и все. Ну, в принципе, мне и пофиг, где номер. Я могу и здесь поездить, он мне там больше нравится. В принципе, когда его дрифтить, он будет. Не, он от ему прямо вот там, прям свое место. И это норм. Так, передний бампер, задний бампер, спойлера, расширение ары. Короче, я поставил только передний бампер и расширение ары. 150 тысяч. Я понял. Диски, в принципе, здесь стоят стоковые, но они не очень прям аж отличаются от тех, которые я сейчас сюда поставлю. А поставлю я сюда, не помню какой номер. Кстати, блин, почему они все такие хорошие, а? Но я поставлю... Вот они. Они от стока, вот смотрите, это десятые. Они просто чуть-чуть уменьшены стоковые и все. Так, конечно, это что-то какой-то трактор уже нас вышел. Так, давайте радиус уменьшим. Где-то вот такой низкий профиль. Низкий профиль нам нужен. Все, где-то вот такой вот радиус. Ширина поуже надо сделать. Вот. Нет, это прям уже жестко. Где-то вот так. Не, даже немного пошире. Вот. Вынос. Где-то вынос и развальчик немного. Задних на переднее. Нормально? Не, это какой-то уже, мне кажется, слишком большой радиус. Ну, где-то вот такие. Задних на передний. И я хочу обводку сделать. Кстати, обводки новые не добавили. Зашибись. Вот такую хочу обводку сделать. В принципе, топ смотрится. В принципе, топ. Только я передних колес, я бы развальчик еще бы добавил. Во. И немножечко ширину уменьшил. Во, вот так будет прям топчик. 315 тысяч покупаем. В принципе, прикольно смотрится. Кто это такой стоит? Лил Салах. Лил Салат, ну ладно. Чиповочка нормальная, только давайте немножечко сделаем, чтобы он был на жопе немножечко выше, а морде немножечко ниже. Какая-то пропорциональность подвески или как она там, да, пропорциональность. Так, пятерка это на жопу, значит 35 можно. Я бы даже сделал 3. Во. И немножечко пониже, да, 2,05. Во. Прям вообще кайф, я думаю. Нам надо. И вот и в арки не влазит. И сзади, и спереди, вот прям, конечно, топ. Тонировка уже настоит здесь, только я не вижу, какое именно. Кстати, да, я его купил в СБУ, потому что я, когда покупал салона в предыдущем ролике, ну не в предыдущем, это через два ролика, я просто этот ролик записываю еще на 9 мая, ну они будут понемногу выходить, я сразу наперед запишу некоторое количество, вот. И
Что-то я его купил за 880 в салоне, продал за 950, что-то такое. Так, ну да, в принципе, вот такое можно сделать. И тонировка фонарей. Так, и что-то изменилось. Ну, в принципе, ни хрена не изменилось, если честно. Да. Эксклюзивный синий цвет, фиолетовый, красный. 150 тысяч. Раньше эти ксеноны были по 30 тысяч, потом их убрали, и теперь они по 150. Смотра знает, как выманивать просто игроков денег. Опять гелик стоит, это что, он... Опять он нас что, преследует или что? Еще какой-то там X5 стоял. Так, у нас стоит хамелеон. Если хамелеон, это хорошо. И мы давайте сделаем белый цвет. Давайте посмотрим. Белый, ну такое. Черный, банан. Банально, хотел сказать. Вот сделать красный, вот типа кэнди, что-то такое. Вот это было бы прикольно. Вот, где-то... Вот где-то... Не, ну не очень прям аж так. Где-то вот красный. Вот такой вот красный было бы, конечно, топчик. Чё, зеленый, голубой. В принципе, не очень... Не... Хотел сказать, неплохо. Сказал не очень, да. Фиолетовый неплохо. Ну, кстати, эта тачка, хотя она старая прям вообще. Но ей прям хорошие все цвета идут. Желтый тоже будет смотреться. Кайф. Золотой типа. Рыжий. Не, цвета ей идут, конечно, офигенно. И давайте диски матовый. А, разницы вообще нет. Цвет дисков. Черный можно? Ну, конечно, по колхозному немного смотрится. С белым и лучше, но я бы... Не, ну, все-таки... А если матовый? Ну, матовый уже получше. Давайте сделаем матовые диски. 250 тысяч покраска. А если хром? Хром нет. Металлик. Металлик тоже неплохо. Акрил. Такое. У нас хамелеон. Ну, да. Норм. 250 тысяч. Сохраняем, покупаем. Вы думали, это все? О, кстати, это похуда с предыдущего ролика. Тоже Шкоду тюнит. Это вроде неплохо, да? Но я хочу добавить что-то еще. Какой-то винил, что ли? Градиент добавим. И с этим... С ним всегда срабатывало. Вот. Добавим. И покрасим какой... Черный. Вот. В принципе, смотрится неплохо. Прям морду такую немножко черную сделали. И еще пару наклеек бы добавить. И было бы прям вообще. В принципе, есть вариант вот такой вот. Поставить наклейки просто ровно в капот. Как это модно было делать. Только, блин, что-то она поворачивается, мне вообще не нравится. Ладно, вот так вот типа поставить на капот наклеечки. Или просто поставить их вот сюда, вровень. Два раза. Сейчас давайте еще там попробуем. Короче, есть два варианта. Вот так вот сделать и сделать вот так вот. Но что-то вот этот вариант мне что-то не нравится. Если делать, то уже делать вот эту часть внизу черную полностью. Тогда надо еще жопу. Короче, дофига денег. И давайте вот этот первый вариант добавим, чтобы хотя бы что-то было. Это дрифтовый вроде. Но что-то нету ничего дрифтового. Так уже смотрится получше. Еще бы номер какой-то. Дырский, я бы сказал. И можно вообще валить на все бабки. Приехали мы. Пункт обмена номерных знаков есть... так, убрать. Все, убрали. Так, есть у меня такой номер ЕКХ-140-77. И поставим его на Nissan GTR-2000. Все, 600 тысяч ушло. И мы теперь получили вот такой вот купешный... Ясно, это комета уже, понятно, что такое. GTR добавился. GT, GT и тут GTR. Короче, вообще у Nissan была мода очень давно лепить куча значков во все просто места. А на этом все, пацаны. Вот такой вот GTR вышел. Бля. Вот поприезжали на своих Нивах, ё-моё. Поставили градиент, но все-таки надо делать его в металлик, потому что с этим хамелеоном он переливается, он как будто не черный, а какой-то фиолетовый. Для наклеечки 750 тысяч потратили, дисочки, в принципе, топ. Ой, уже сюда пришел. Номерок. В принципе, топчик. Дрифткорочек для своих денег. Как бы для своих денег. Если я потратил на него, блин, 2 лимона. Это капец. Не, все-таки надо было эту херню над колесами сделать черных. Не смотрится она так, пацаны.
Вот, ставьте лайк, если вам понравился данный видос. С вами был, как всегда, я. Всем желаю хорошего дня и позитива. Всем удачи и всем пока.